Жека, яйца будешь? Нет. Чего? Знаешь, какие вкусные? Проверяем, плавает, не плавает. Котиш, поставил палатку. Палатка офигенская такая. Чисто такая. С боковым входом. Вот шикарный боковой вход у него. Яйцо чаечное. И выбиваем. А запах-то какой. Вот так вот. На огне все. Короче, я, Жека, знаю, как с тобой супруга разведется. Я ей покажу этот фильм, где ты жрал чаечьи яйца. Вот эти вот. И как ты построил домик желтенький. Вот этот вот. Наша стояночка вот такая вот. Рыбы, конечно, мы сегодня практически не поймали. По пару маленьких щучек. Окунь большой садился. Было видно, многие самоловки, вернее, кружки, вот такие вот. То есть видно, что не пожирная щукой, а сосал окунец. Зубов-то у него нету. Вот она вся почмоктанная такая вот вся. А вот мы сейчас видим, как происходит такое волшебное действие. Это плотва метает икру. Кто-то сидит. Вот такое приходится чудо ловить. Но ты будешь что-то клевать? С таким звуком уже все медведи убежали. Кошмар. Все. О, опять. Ой, ты смотри. Ой, да. Ты смотри, что ж там. Сижу, ловлю живца. Ой, там вообще. Ну, вот такая плотвичка клюет. Хотя. А вот там кто-то сидит. Кто-то там есть. Ну ладно, займемся делом. Побросаем. Ну, красавица. Ну, у меня это считать не буду. Ну так чё? Поехали на другое озеро, да? Ну, только переехали на другое озеро сразу. О, это уже поинтереснее что-то. Короче, перебрались на другое место, и здесь такое происходит. Другое озеро. И тут творится вот чего. Окуня на удочку. Ну, приятно, конечно. Не трофейные, ну и не маленькие. Рыбалкой довольны, рыбы поймана. Посетили два водоема шикарных. Ой. Что мы имеем? Блин, ловишь, вроде кажется, такие большие. А когда вытягиваешь, они что-то небольшие. Помойка здесь, конечно, знатная. Ну вот. Хорошая. Я подъеду. Надо все разобрать, все это. Я только не понял, а что они тут начудили-то? Нормально, мне кажется, ты проедешь. Нет, да я проеду, даже не парюсь. А что... А что это? Вот это что такое? Вот это что? Так они вон, машину роняли туда, я тебе говорю. Сейчас ныряем. О. Там нам пофиг. Ой, блин. Вот что маркировка передняя животворящая делается.